Следующая остановка. Кронштадт-Кутма. Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Вас обслуживает водитель автопредприятия «Дима». Автобус следует по маршруту номер 594 до конечной остановки Петрозаводская улица. Следующая остановка. Школа номер 157. Уважаемые пассажиры, оплата проезда производится путем погашения проездных билетов через устройство контроля и погашения билетов. Стоимость проездного билета у водителя составляет 50 рублей. Приобретайте билеты на проезд заблаговременно до совершения поездки. Они являются едиными для всех видов наземного городского пассажирского транспорта. Не храните проездные билеты с металлическими предметами и источниками электромагнитного излучения. Размагниченные и влажные билеты для проезда недействительны. Школа номер 157. Следующая остановка. Смольная улица. Следующая остановка. Смольная улица. Убедительная просьба. Будьте вежливы. Уступайте места людям с ограниченными возможностями. Пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Уважаемые пассажиры, соблюдайте чистоту в салоне.
Следующая остановка. Улица Лавочкина, дворец. Следующая остановка. Дворец спорта «Динамо». Уважаемые пассажиры, при выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах и подозрительных предметах, не трогая их, немедленно сообщайте водителю. Фестивальная улица, дом 14. Фестивальная улица, дом 65.
лестницу проходите в середину салона. Не создавайте неудобства. Для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки звонка. Счастливого вам пути!